Приветствую вас, дорогие друзья! С вами, как всегда, олдгеймер из 90-х. Недавно я пересматривал свою коллекцию старых TV-гейм картриджей. Что-то захотелось мне вновь окунуться в то время, полицезреть старые обложки, почувствовать веяние, дух того времени. И, в общем, перебирая картриджи, мой взор пал на легендарную семиигровку, которую вы все хорошо знаете, кто интересуется ретро-геймингом, собирательством ретро-стафа. В общем, это легендарная семиигровка, на которой замечательные игры. «Черный плащ», «Чудеса на виражах», «Робокоп 3». «Микки Маус», конечно, мне не очень нравился в те годы. Ну, а вот еще одна замечательная игрушка здесь — это «Magic Block». Опять китайцы все поменяли, изменили название. На самом деле это «Джеверли». Игрушка «Джеверли». В общем, это замечательный такой хороший картридж. И как-то мне, в общем, захотелось рассказать вам историю покупки этой семиигровки. Но я подумал, чтобы, так сказать, оживить уже те воспоминания с большей силой, я решил отправиться в свой старый двор. Оттуда, в принципе-то, и начинались все мои путешествия за играми. И провести вас по тому пути, который я всегда проходил с родителями, дабы приобрести какую-нибудь игру. Так что, ребят, отправляемся в мой старый двор и пройдемся по этому пути и оживим воспоминания. Поехали! Что ж, ребята, вот это место, отправная точка тех путей, которые вели меня к 8 и 16-битным играм. Я в 90-х годах жил вот в этом доме, вот мой подъезд. И мы здесь проводили с ребятами большую часть своего свободного времени, именно в этом дворе. А вот здесь, в этом месте, стояла лавочка. Сейчас ее нету, закрыт здесь проход. Здесь раньше можно было пройти и попасть в другой двор. Ну, вот за этой лавочкой, которая здесь стояла, мы, в общем, сидели и довольно жарко, пылко обсуждали всевозможные вопросы, которые были связаны с прохождением игр, с какими-то кодами, еще с чем-то. Ну, в общем, это вот наше место, такое, в общем, как штаб такой обсуждения игр был. Ну и сегодня такой хороший день, и мне захотелось пройти и рассказать эту историю не сидячи на стуле, а пройтись и показать вам, где все это происходило, и показать вот то ощущение, которое я испытывал, когда преодолевал вот этот небольшой отрезок пути, чтобы добраться до новой игры. Здесь мы подниматься не будем, потому что сегодня, в общем, довольно скользко, и мы пойдем по другому пути, где мы всегда ходили с отцом, с мамой, когда там было много снега или было скользко подниматься по этой горке. И мы с вами сейчас пройдем как раз-таки по другому пути и поднимемся, в общем, по лестнице мы поднимемся вот на эту горку. Что ж, ребята, двор-то не сильно изменился, правда. Здесь раньше стояла еще одна лавочка, на которой я травил всевозможные байки, такие как байки из склепа, всевозможные, в общем, такие ужасные истории. Здесь ребята собирались, в общем, и слушали мои истории. Здесь еще стояли пару железных домиков. Ну, а так, в целом, двор особо не изменился. Он, в принципе, остался такой же, которым он и был. Только вот поменялись жители. Здесь практически, кроме моей одной одноклассницы, я никого не знаю в этом доме. Здесь никого не осталось. Что ж, и район поменялся довольно сильно. Он меняется прямо на глазах, потому что вот на этой стороне раньше стоял старый завод счетчиков. Теперь его нету. Здесь, в общем, строится новый жилой район, и все полностью меняется. То есть район, он уже не такой, как был в детстве. Раньше он был, в общем, такой, как это, уютный, я бы сказал. А сейчас все это новое, оно полностью меняется. Привет! Та-дам! Это все дело меняется. И знаете, когда вы приходите в свой старый район,
и вы чувствуете, что чего-то вам не хватает. Что ж, ребята, сейчас мы подходим, наверное, к такой, в общем, точке, с которой открывается вид на весь старый Вильнюс. Вот, ребята, это такая, в общем, панорамная горка, с которой отлично видно весь старый Вильнюс. А вот эта горка использовалась нами для катания. Вот здесь мы заливали, в общем, дальше там внизу такую себе линию. Оттуда брали воду. С той колонки там дальше есть, в общем, колоночка рядом с Колиным домом. Колин дом вон там. Вот это мой дом, я вам уже его показывал. Ну, ребят, вот с этого места и стартовала, в общем, моя эпопея похода за видеоиграми. И в тот день я, честно говоря, даже не ожидал, что мне так повезет, и я смогу приобрести эту семиигровку. Это было, честно говоря, для меня очень неожиданно. Сейчас я расскажу вам историю того, как я вообще ее приобрел. Пока мы будем идти по тому пути, который для меня всегда был таким, знаете, как для ребенка. Это было довольно сложно. Вот это ожидание, вот этот кусок пути. Хотя тут совсем немного-то, в принципе, идти. Но когда ты маленький, тебе кажется, что этот путь занимает целую вечность, ребята. Я думаю, у многих из вас было такое же ощущение. В общем, как-то в очередной раз, точно так же, такой же зимний день, мы с отцом и с мамой собрались пойти на базар под Гали. Ну, очередной, в общем, поход за продуктами. Но я всегда шел с родителями, потому что мне всегда было интересно посмотреть на Вильнюс. Тогда мы жили здесь, ну, наверное, около года, и мне все еще интересно было изучать этот город. Для меня он всегда таил в себе что-то неизведанное. Ну, в общем, шли мы тоже в очередной такой вот ничем не примечательный день на базар с родителями. И, в общем, когда мы приблизились к базару, зашли, там по одной стороне стояли, в общем, мужики, старьевщики со всякой ерундой. Ну и среди этой ерунды, сейчас, ребята, среди этой ерунды, так, не этот, среди этой ерунды лежала вот эта легендарная семиигровочка. И тут у меня сердце заколотилось. Я сразу, в общем, подошел к папе, говорю, там продается картридж для Зелитона. Как-то мне самому было даже боязно спрашивать цену. Отец подошел, спросил у этого мужика стоимость этого картриджа. Цену я, честно говоря, не помню, но она была очень маленькая. По-моему, это было 10 литров, не буду вас обманывать. Но по тем временам это были очень-очень такие маленькие деньги за картридж семиигровку, потому что картридж с одной игрой стоил 30 литров, а тут в пределах 10 7 игр. Это была очень хорошая цена, и я ну никак не мог пропустить, в общем, этот момент. И получилось так, что родители мне тогда, по-моему, уговорить не удалось. И мы, в общем, благополучно пошли дальше по базару. И, как вы можете представить, лицо у меня, конечно, было как у мученика великого, потому что картридж, семиигровка, черный плащ, тейлспин. Блин, и я не могу поиграть в это. Вы представляете, какое ощущение было? Но что ж, пошли мы дальше, в общем, за покупками. И уже ушли с базара. И я по своей сложившейся традиции начал ныть и капать родителям на мозги. В общем, проводить всевозможные такие атаки, штурм, чтобы мне купили этот картридж. Ну, в общем, мое нытье все еще не давало результатов.
родители уже, в общем, купили продукты. И благополучно, в общем, мы отправились обратно домой, ребята. Но я не оставлял попыток, впрочем, как и всегда, стараясь как можно более массированно проводить свою атаку, дабы мне купили картридж. И уже только придя домой, как-то мне удалось, в общем, так пошатнуть такой бастион, знаете, отца. И потом я маму разжалобил, и дело пошло. И, в общем, в итоге мне удалось как-то расшевелить все это дело и выбить все-таки себе этот картридж. В общем, удалось мне уговорить родителей уже поздно вечером на покупку этого картриджа. Это была суббота, и воскресенье у отца был выходной, а мне не нужно было идти в школу. Так что я попытал счастье еще раз. И мы с отцом на следующее утро, в воскресенье, отправились вновь на этот базар. И тут я уже, знаете, молил Бога, я не знаю, как сказать, просто хотелось, в общем, чтобы никто этот картридж не купил и чтобы мне удалось, в общем, до него добраться первому. Потому что такие вещи, они быстро уходили, и не один такой я любитель 8-битных игр в те времена был. И было довольно сложно, в общем, вытерпеть опять же этот путь и добраться до заветного картриджа. Я надеялся, что никто не успеет его купить. Вот, кстати, ребята, здесь можно приобрести сувениры. А это Аушвабартей, ворота Зари. Это, в общем, первые ворота в Вильнюс, которые были изначально. А потом уже все это дело уже достраивалось, и Вильнюс расширялся. Но мы пойдем с вами по этому пути, переходить не будем. Остается буквально... Сколько тут? 100 метров. И вопрос, есть ли там картридж или его там нету. Это уже такой, в общем, для меня был животрепещущий вопрос. И что вы думаете? Я все-таки приобрел этот картридж. Это было понятно изначально, потому что я его вам показал. Это именно тот картридж, именно с тех времен. А также в этом месте... Сейчас мы подойдем ближе. В этом месте стоял небольшой киоск с картриджами. Там же я в этом месте, кстати, и купил зелитон. Именно в этом месте вообще стартовала, можно сказать, моя карьера игрока. Так что, ребят, мы уже почти пришли. Вот то местечко. Сейчас я поверну камеру. Вот то местечко. Ларек стоял где-то здесь, в этом месте. Сейчас здесь уже полностью все поменялось. От старого базара там, в принципе, вот этой стороны не осталось и следа. Все это полностью изменилось. Но вот то место, ребята, где я впервые, в общем, приобрел свою первую игровую консоль. А также купил вот этот легендарный картридж 7-игровку. На базаре Подгали я приобрел не только эту легендарную 7-игровку, но а также много других игр в этом ларьке, который стоял рядом с этим базаром. И, к сожалению, со всех этих игр у меня осталась лишь одна игрушка — Alien 3. Кстати, обратите внимание, ребята, на обложку. Я не знаю, что заставляло китайский мозг создавать порой вообще неподходящие обложки картриджам, которые вообще не несли никакой информационной нагрузки, и порой нельзя было понять, что за игрушка находилась внутри картриджа. Ну, тут хотя бы они на обложку добавили пришельца с фильма «Хищник». Ну, конечно, это не ксеноморфы с «Чужих», но все-таки тема близкая. Хотя бы это дело их роднит. Но вот эта обложка меня сильно обманула в 90-е годы, потому что, когда я покупал этот картридж в этом ларьке, я надеялся увидеть игру с Арнольдом по фильму «Хищник».
Я не обратил даже внимания вот на это название Alien, да и тогда я не особо дружил с английским языком. Так что отчасти китайцы меня очень сильно обманули и разбили мои надежды увидеть игру Сарни. Но игрушка Alien тоже весьма годная, но сложная по причине того, что там портит всю малину пресловутый таймер, который был во многих NES-овских играх того времени. Что ж, ребята, вот это две игрушки, которые остались у меня с тех времен, с тех мест, с Подгали, в общем, с этого базара, где я их приобрел. А на этом у меня все, ребят. Если вам понравился такой формат с вставками живого видео, в которых я показываю те места, где я что-то приобретал, пишите об этом в комментариях, и я буду стараться снимать другие ролики тоже в подобном стиле. Что ж, ребята, увидимся. Всем пока!